Эгегей, всех приветствую, мои родные, любимые, сердцем моим дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всего-всего самого доброго, светлого и хорошего в жизни вашей, в семьи, в дома, в сердца, в души, в умы, в тела, здоровья, чтобы все у вас было хорошо во всех сферах вашей жизни. У нас сегодня с вами очередное видео, как мне думается, очень интересно. Снова о реинкарнации, о перерождении человека из плоти в плоть, из тела в тело. Но прежде, вы уже посмотрели, кто последовательно смотрит мои видео, кто нет, рекомендую сначала посмотреть вот это вот видео «Спасение по вере или по делам». Оно и так было на 2 часа, когда я его закрыл, я подумал, ой, опять не все сказал, всего там не скажешь. Я вам уже говорил, если приводить примеры по поводу того, что спасение, конечно же, человеку дается даром, а вот совершенным он становится от 0 до 100% по делам своей, по делам веры, да, по своим делам, в то, во что он верит, то, к чему он стремится. И я, думаю, забыл сказать о бессмертии, о реинкарнации. Ну и потом, думаю, слава Господи, запишем еще один ролик. Он тоже, как всегда, получится не маленький. Кратко говорить я не умею, но стараюсь за счет использовать это во благо и за счет своих длинных видео раскрывать темы полностью. Поэтому прежде чем перейти к сегодняшнему видео о перерождении, перевоплощении, переинкарнации, мы еще раз зафиксируем и вспомним, что же мы говорили в предыдущем видео. Вы помните, я вам все эти разные слайды показывал. Еще раз попытаюсь простыми словами сказать. Вы знаете, есть математика, да, наука. Эта наука абсолютно теоретическая, она бумажная, ее так и называют. Она оперирует абсолютными значениями, которых в природе как бы не существует. И вот я хочу вам опять на примере этой же математики то же самое показать. Когда вы сделали зло человеку, животному, ну, любому божьему творению, да, согрешили против него, как бы вы быстро не покаялись, даже если вы покаетесь, через сколько вы сможете быстро покаяться? Хорошо, самый простой пример. Вы наступили человеку, причем случайно даже, да? Попятились назад где-нибудь в автобусе и наступили человеку на ногу. В принципе, мы обычно нормальные люди, тут же извиняются, потому что сделали человеку больно, пусть и не специально. Пусть по неведению, да? Почему Бог и Адама в раю призывал к покаянию? Пусть ты еще не знал, что такое зло. Пусть ты, человек, попятившись назад, не знал, что там человек. Но ты наступил ему на ногу, естественно, это причинило ему боль, уж безусловно, да? Это мог быть ребенок, мог быть пожилой человек, в тебе могло быть килограмм 200. Ты наступил, человек на ногу, сделал больно. Даже если ты сразу сказал, извини, сколько времени прошло? Ну, пусть 10 секунд, пусть 5 секунд. Ну хорошо, мы возьмем математический, практически, можно сказать, такой термин, миг. Сколько он, неважно. Какое-то количество времени, пусть это доли секунды. Если вы начнете рассматривать, почему математика, я говорю, рассматривает абсолютные величины, потому что если вы будете рассматривать через призму вечности, бесконечности, туда смотреть, а если еще сузить, а если еще, но там нету конца и края. Вы помните, я вам всегда показываю эти спирали. Спираль Бога, спираль Фибоначчи по имени человека, которого названо, да? Ты если будешь вглубь до бесконечности смотреть, ты так и будешь, что? Ты не найдешь никогда конца. Как бы ты быстро не извинился, все равно какой-то отрезок времени, пусть стремящийся к бесконечности, к бесконечно малому, да? Кто-то... Может, он говорит долго, может, он полупьяный, да? Но как бы ты ни стремился к бесконечно малому, быстрому покаянию, да, и выражению этого покаяния через простые слова «простите», да, «я не хотел», да, «извините, пожалуйста», ты все равно согрешил. Ты все равно и еще. Как бы ты ни извинился быстро, пусть в мгновение, пусть это к бесконечно малому свелось, пусть это даже ты прям, знаете, я говорю, давайте математически рассмотрим, ты прям в ноле, ты достиг этого ноля. как говорит, пуля не успела пролететь, да, ты согрешил тут же, там нету, невозможно, как это говорит, папиросную бумагу, кто в детстве мотоциклы, ребята мои современники знают, как мы там зажигание настраивали. Пусть туда невозможно ничего вставить, папиросную бумажку между там молотом и наковальней, когда выставляли зажигание в катушках в этих старых, да. Пусть невозможно, ладно, ты все равно причинил человеку боль. Ты ее можешь только изгладить. И то каким образом? Сверху наложив. Ты все равно... Ты прошлого не вернуть, ты причинил боль, ты совершил грех. Что бы ты ни сделал, ты делаешь сверху. Боль ты не можешь уже, она уже в прошлом. Ты сделал этот грех, ты причинил боль человеку. Все. Ты грешник навсегда. Что бы ты сверху ни делал, это не заглаживает твоих прошлых грехов. Неважно, кому ты еще много добра сделал, ты этому человеку причинил зло. Неважно, сколько ты этому человеку явил дел любви. От того, что ты принес мне чай до или после и сделал мне больно. От того, что муж с женой живут 10 лет в мире согласия, через 10 лет он ей там, она ему изменяет, или пусть даже более просто обозвался, пришел, сказал, ну ты и дура, через 10 лет. Это что? Разве это не боль? Разве эта боль перекрывается предыдущими заслугами или последующими? Нет. На каком основании ты мне причинил эту боль? Почему ты назвал меня дурой? Почему ты назвал меня дураком? Ты назвала меня дураком. Почему ты мне изменила? Разве эту боль, разве она вообще соизмерима с другими добрыми делами, добродетелями, делами этому человеку? Нет. Это сама по себе боль. Это грех автономный. И вот о чем говорил Иисус, я надеюсь, в прошлом ролике вы все это поняли. Я надеюсь, протестанты, которые меня слышат, в свое же благо, вы мне ничего не дадите этим, покаявшись, познав истину, начав жизнь по этой истине и проповедовать истину. Вы знаете, признаваться в том, что ты... Вот некоторые люди я встречаю на своем пути, которые мне реально признавались, говорили, слушай, я тебя услышал, я 10, 15, 5 лет, 20, 30 мне люди говорили, я был в православии, в протестантизме, и, говорит, я понял, что я ничего не приобрел. Говорит, я тебя услышал и понял все. Говорит, я понял, что я ничего, оказывается, не знал. Что, оказывается, все, во что я, так скажем, верил и жил, это была абсолютная ложь. Вы знаете, и признаться в этом не страшно. Мы сегодня об этом и будем говорить. Закончу я, так скажем, этим. Мы будем говорить, конечно, о перерождении. Но полчаса, наверное, я уделю опять этой теме. И, значит, у меня ролики уже, вы видите, за 2 часа переваливают. Значит, у меня еще есть 1,5 часа. Об этом мы должны поговорить. Не поздно раскаяться никогда. Не поздно изменять. Вы знаете, не стыдно каяться. Не стыдно менять свое мировоззрение. Во что бы ты ни верил, 10, год, 5, 3, 10, был бы в православии. Это не страшно. Это радость для человека, если он, познав истину, идет за ней. Мы все грешники. Мы все заблуждались. Мы все ошибались. Мы разное пробовали, шли не туда. Страшно не ошибаться и исправлять свои ошибки, а страшно закоснеть в своей ошибке. Причем из-за дурного предубеждения отказаться от того, что вы уже сами в себя посмотрите, вы боитесь признаться, что вы грешны даже в этом. О чем же говорил Иисус? Что это за понятие? Дар вечного спасения, дар прощения. Это и есть то, что я вам в прошлом видео рассказывал. Все, что... вы никак не загладите. Все, что может этот человек вам отпустить грех. Этот человек, он может вам простить. Он говорит, ничего страшного. Ты меня ничем не обидел. Человек видит, что человек случайно его наступил. Говорит, да нет. Вы знаете, я в свое время, вот когда покаялся, я вот им дошел до такого, что порой, особенно когда люди, так скажем, случайно против меня грешили. Вот у меня просто такой живой пример был, почему, и неоднократно уже, да, я так делаю просто. Если человек случайно мне делает больно, на ногу там в маршрутный правильный, я первый извиняюсь. Вы не поверите, я когда стал это практиковать, у людей вот такие глаза на меня были. То есть человек меня что-то там толкает, пихает, разные уже за 10 лет, вы понимаете, случаи были. Я говорю, ой, простите. Они рот не успевали открыть, я их предупреждал в этом. У них глаза открывались. А я, кстати, вам могу сказать, что я же не лукавил. И не потому, что я там смиренный супермонах, начитавшись патыряков, стал как при... Они там садились, да, на колени вставали перед входом монастыря, их игумены там смирение учили. Перед каждым кланялся, я грешный, грешный, да, плюньте в меня. Нет. Я реально стал понимать, слушай, ну я тоже мог, может быть, я не в том месте встал, но откуда человек знал? Это я под него подстал, я вот стою на ненужном месте. Ну, конечно, там много целей, я перестал практиковать, я говорю, заповеди все надо практиковать. Ты начинаешь делать это, и ты понимаешь, какое благо это. Во-первых, ты сам счастлив. Во-вторых, ты проповедуешь и делаешь людей счастливым. Я говорю, я видел удивленные глаза этих людей, которых ты вот за такие вот, так скажем, неумышленные грехи, ты не то что там прощаешь их, ты предупреждаешь их в чем. А знаете, почему я так делал? Чтобы у человека никакого остатка. Ведь он не специально это сделал. И я, извинившись, сам, ой, простите, это я, простите, да, иногда мог подлиннее сказать что-то, иногда покороче просто, извините, да. Они уже, у них даже порой уже и это извинение не выходило. Я не хотел, чтобы человек, у него не выходил, потому что я извинился, он думал, тогда за что он будет, кто-то из нас-то виноват, а я первый признал свой грех. Ну, на самом деле, как бы согрешил, в принципе, он, я говорю, хотя можно и перевернуть, все это я не там стою, как иногда, вы знаете, грешники, да что ты тут встала, да, мне слушается извиниться. Куда прешь? Че тут стало там, да, вот так может быть. То есть, действительно, еще грешник тебя еще может сделать виноватым. Но когда ты понимаешь, вот именно, что это непреднамеренный грех, и вот это мои слова, в чем была их неглубокая смысл этих моих извинений, я не хотел, чтобы человек даже за это какое-то маленькое чувство вины почувствовал, потому что это не грех. Действительно, если он сделал это случайно. И вот этим предупреждением своим я уничтожал всю эту, я даже не позволял человеку почувствовать вину. Потому что та боль, которую он мне случайно причинил, ну это жизнь, да? Это непреднамеренно. Это может быть, не поверите, даже в Царстве Небесном. Потому что в Царстве Небесном мы не перестанем чувствовать боль. Это случайность, чистая случайность. Какая разница? Сейчас смотрим преднамеренный грех. Человек специально вам делает зло. От мала до велика, можете сами в своей голове представить, какие бывают грехи, а может, вы их и делали. Человек этот может только вам простить его, все. Он может изгладить его. Вы ничем, я вам уже говорил, помните, начиная от жизни, от первой самой жизни, которую тебе дал Господь, до всех будущих жизней, и самый последний, который веки вечные будет, а может, там она веки вечные еще будет, перерождение, да. Ты ничего не можешь дать Богу. Дар вечной жизни действительно дар. Ты его не купить, не искупить, ни наперед не можешь. Ты не просил себя рожать, ты не мог попросить себя родить. Ты не можешь, как Господь говорил, прибавить себе роста на локоть или волосы сделать белый-черным. Ну, понятно, сейчас можно исковеркать Евангелие, сказать, я вам покраситься могу, да? Вы понимаете, какой смысл влагал Иисус? Мы действительно сами, в принципе, не можем из ничего что-то сделать. Мы можем созидать из того, что уже есть. Из ничего что-то мы сделать не можем, так скажем, да? Вот о чем говорил Иисус. Вот что такое покаяние. Вот о чем говорил Иисус. Вот о чем весь смысл. Смысл в прощении. И это прощение дается даром. Придите ко мне, и грехи ваши убелю. Что такое? Ты когда был в раю, ты был светлым. Ты испачкался. Очистившись, ты еще не украсил эту одежду. Ты еще ничего великого не сделал. Ты лишь отмылся от той грязи, в которую вляпался. И Господь ее убеляет. Это все одни и те же слова. Это не говорят, что вы сразу станете богами. Поймите правильно. До этого уровня, о котором мы с вами так много говорили в том предыдущем ролике, я вам все эти слайды показывал. От того, что ты из ада попал обратно на землю, став первозданным человеком, ты еще не совершил ничего великого. Ты, попав сюда, в это вот первозданное состояние, вернувшись в него, одумавшись, когда грешил, ты снова слышишь заповедь Бога в раю. Возделывай и храни. Возделывал, зафиксируй, непадательное состояние, кто знает, у православных есть такое понятие. Возделывай, иди наверх и храни. То, что ты вот сюда еще поднялся из ада, поднялся ты сюда по благодати, потому что ты никак невозможно в принципе искупить свой грех, только если тебе отпускает его Бог или человек, или там неважно против кого ты грешил, животное, образно говоря, да? Ты еще ничего великого не сделал. Ты, поднявшись на землю, ты слышишь заповедь Бога: возделывай и храни. И не срывай. Уклоняйся от зла и делай благо. Я говорю, давайте пробежимся по... следуя за Иисусом, давайте прям пробежимся. Бытие. Бог творит человека. Что он ему говорит? «И взял Господь Бог человека», 2 глава, 15 стих, «и поселил его в раю, чтобы возделывать его и хранить его». Запомните, это заповедь от начала, ничего не поменялось. И слово «возделывать» — станьте Богом, возделай себя, сделай себя. Протестанты, у них настолько им вбили это лживое учение в голову, что он ничего не может, что он никто. И более того, он ничего не должен, хотя сам Господь сказал: «Вы боги, дети Всевышнего, Всевышнего все, вы должны стать богами». Поэтому ты возделываешь и хранишь, и никогда не творишь зла. И заповедал Господь Бог человеку: от всякого дерева в раю ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Все. Заповедь от начала одна и та же. Бог не меняем, мир не меняем из-за того, что из-за грехов человеческих, как вы не поймете... Иисус пришел, он не отменил бытие, он есть Бог воплотившийся. Он ничего нового не привнес. Ничего нового. Я вот на этой иллюстрации, которая у вас на экране, так и написал. Новую заповедь, которая была от начала, а может быть так Иисус говорил, я понятия не имею, когда нас дошло Евангелие, насколько оно искажено. Новую заповедь, которая была от начала, снова даю вам. Любите друг друга. Иисус не давал новую заповедь. Любить друг друга была заповедь от начала, сказанная, как и многие... события, описанные в 1, 2, 3 главе книги «Бытия», символьно. Возделывать — это значит становиться Богом, быть совершенным, как Иисус потом и призовет. Он ничего нового, Иисус, не сказал. Мне все говорят: зачем меня слушают протестанты, православные? Зачем ты умоляешь жертву? Я говорю: я как умоляю ее, если мы люди, никто ее не исполнил. И Бог, явившись во плоти, дал реальный, живой пример, как это сделать. И всех нас посрамил, потому что делать это должны мы ли мы, а не он. Он свят, да, он это может, он явил, что он может. Да, когда мы не слушались его вот именно с небес в раю и не слышим в сердце своем светом, которым Бог просвещает всякого человека, Бог сошел с небес и явил нам живой пример, что это возможно и это нужно делать. Вот он, подвиг Иисуса Христа, вот в чем суть его боговоплощения, жизни, даже до смерти, смерти крестной. Как же это непонятно? Заповедь новую, новую заповедь, которая была от начала, снова даю вам. Любите друг друга, люби ближнего твоего. Любите врагов ваших, и так будете совершенными, если будете это делать. Любите. Все Евангелие преисполнено повелительными глаголами. Любите, творите, продавайте имения, раздавайте нищим, благословляйте, благотворите, исцеляйте, воскрешайте, спасайте, проповедуйте, благовествуйте. Иисус нигде не говорил, что ты становишься совершенным по вере. Протестанты, опомнитесь, православные католики. Человек становится совершенным Богом своим трудом. Трудом до крови и пота, и даже до смерти, и, возможно, смерти ужасной. Вот кто такой Бог, вот кто такой дети Божьи, вот кто такие христиане. Эта заповедь была от начала такая, ничего не изменялось. Возделывай и храни, и не вкушай зла. Ветхий Завет уже чуть-чуть перевернут. Если здесь мы видим последовательность во второй главе книги «Бытия», начало «Господь учит хорошему, возделывай, храни и не делай зла». Так как человек сделал, Ветхий Завет у нас переворачивается, и вы помните уже что? Классическая хорошая формула и цитата из разных писаний, в частности из псалмов «Уклоняйся от зла», потом ее повторяют, вы помните, апостолы, первые ученики Иисуса, Петр, Павел, уклоняйся от зла, не вкушай. С этого древа, в кавычках, познания, древо познания, в кавычках, добра и зла, потому что добро такое же псевдозло. Кто не понимает, о чем я, посмотрите другие мои ролики о древе жизни, посмотрите мое чтение этих первых глав книги «Бытия», и все вам станет ясно. И сотвори благо. Твори, 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 протестанты, православные, опомнитесь. Вы становитесь совершенными не по вере в Иисуса Христа. Вера — это не добродетель, она не нужна будет. Это не часть человеческой природы. Бог не верит ни в какого Бога. Иисус не верил, никогда не говорил, что Он верил в Отца Небесного. И веруйте вы, как я верю в Небесного Отца. Это не добродетель. Когда Иисус пришел первый раз, это не было добродетелью учеников. Это не будет добродетелью, когда Он придет второй раз и все воскреснут. Сначала верные, потом все. Великий суд. Бог будет явно. Не надо будет в Него верить. Верить не может быть частью человеческой природы. Это не добродетель, это не сущность. Ты можешь верить во что-то, в учение Иисуса Христа, в Божье Слово. А Божье Слово говорит, что покаяние, прощение, жизнь дается даром. Какая жизнь у тебя будет? Это зависит только от тебя. Вы знаете, сколько раз я об этом говорил в разных роликах, по разных темам. Я все время думаю, что мои ролики один от другого, может, чем-то там отличаются. А потом я понимаю, что они все одинаковые. Ну сколько я раз, я приводил столько примеров. В прошлом ролике я бы замучился читать, вам надо весь Новый Завет, весь Ветхий Завет прям брать и читать. И когда я читал, я, конечно же, я говорю, обратитесь к чтению моим, самой Библии. Если вы любите Слово Божие, как вы говорите, я там обращаю каждый раз на эти внимания. Как вы тогда читаете? Куда вы деваете эти места? Павел спасся, когда кораблекрушение. Я говорю, спастись, как он сам писал, как головня из огня. Без трусов вылезти из пожарища, из какого-нибудь, сгоревший, потеряв дом, одежду, документы, все на свете. Как Павел, как они на корабле, помните, все спаслись, когда он арестованный под домашним арестом, его везли на суд в Римскую империю. Вспомните, как они спаслись, кто на чем, и еле выплыли. И в чем они выплыли? Ничего у них нет. Я говорю, спастись еще, вы знаете, один живет хорошо, другой последний кусок хлеба без соли доедает, у другого все со стола валится. Жить и хорошо жить. Жить хорошо, знаете, а хорошо жить еще лучше. Жизнь и благобытие, счастливая жизнь – это разные вещи. Поспрашивайте вокруг себя знакомых и на себя посмотрите. Жизнь от жизни отличается. Один говорит, Господи, лишь бы завтра не проснуться, житья нету. Долги, кредиторы, адская работа, здоровья нету. И посмотрите на других. Деньги, слава, богатство, здоровье. Все есть. Признание, мозги, красота – жизнь от жизни отличается. Как же это так тяжело понять? Новый Завет. Все то же самое. Сколько раз Иисус говорил. Иоанн Креститель. С чего начинается Евангелие? Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Порождение хидно. Кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотвори же тяжеплод достойный покаяния. И не думайте, говорит себе, отец у нас Авраам. Мы христиане, отец у нас Иисус. Отец и сын одно. Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих возвихнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево — это христиане, деревья. Не приносящие добрые плоды срубают и бросают в огонь. Как вы этого не слышите? Покайтесь и сотворите плод, достойный покаяния. Вы не по вере, не вера ваша сотворит. Вы покайтесь и сотворите плоды, достойные покаяния. Вы. Не говорит нигде Иоанн Креститель по вере. Вы. Все, кто слышит эти слова. Как вы думаете убежать от осуждения в гиену, от будущего гнева? Вы думаете, что вы будете в раю только потому, что вы назвались христианами, творили беззаконие, убивали беззащитных животных, проповедовали ложь? Разве вы за это будете? Оставались теплохладными к нуждающимся. За что вы будете? Какое добро вы сделали? Перестали пить, курить, материться? Как я вам всем рассказываю, 16-я половина Евангелия, где ученики называют Иисуса предтечью, Мессией, вы помните, Петр, когда он рассказывает, что этот Мессия будет не сидеть, царствовать, а страдать, Петр ему противоречит. Иисус что говорит? «Отойди от меня, сатана!» И говорит ко всем народам, ко всем ученикам написано. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой». А то и что только не слышал. Крест Иисуса надо взять, или Иисус наш взял крест. Крест свой, и следуй за Мною. Не по мне, не по горбу по моему иди. Не по кресту моему. Сам со своим крестом, сам своими ножками идешь. Потеешь, трудишься, но идешь. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, ради Евангелия, в разных Евангелиях, там, ради истины, тот обретет ее. Какая польза человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими. Тогда воздаст каждому по делам его. Иисус говорит прежде всего здесь о христианах. Воздаст каждому по делам его. Истинно, истинно, говорю, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. О ком? Кто это увидит его? Кто это увидит во второе пришествие? Разве грешник? Грешники не будут воскресать. Об этом Иисус прямо говорит. Потом Павел очень прекрасно в двух своих посланиях об этом скажет, что не все мы умрем, но некоторые изменятся, а кто основная масса будет воскресать, кто будет живым стоять, будет преображаться, как это написано. Да, жизнь тебе даст Бог, только ты потом дашь отчет. Точно так же, как Он тебе первую эту жизнь дал, вторую, третью, десятую. И вот эту в нетленном вечном теле, да, но ты воскреснешь и дашь отчет за свои дела. А разве в книге Откровения, 14 глава, кто знает, я последовательно читаю, я терпеть не могу, когда ничего не понимают, выдирают, не знают откуда. 14 глава, в 19 уже пришествие Иисуса описано, 14 это та же самая, кто понимает, тут, что такое 14, 15, 16, 17, 19 глава, тут меня поймет просто, о чем там говорится. Это уже практически второе пришествие. Это просто мученики тоже, там очередное гонение нам описано в 14 главе. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. А какие заповеди Иисуса? Любить все Божье творение. Ближний кто нам? Все, кто нас окружают. Враги, люди, нуждающиеся, любящие нас, их надо еще более правильно любить. Им надо проповедовать, надо им мозг выносить. Да, животных, потому что такие же ближние, природу, да, и веру в кого? В Иисуса, конечно же. Как без веры-то? Ради чего, как Павел говорил, тогда мы все это делаем? Может, это все ложь? Вера в Иисуса, а Иисус есть истина, это вера в истину, вот в эту, и ты по ней живешь. Ты, естественно, как будешь жить, если ты не сохранишь веру в эту истину? Вот ты ее познал, что каждый получит по делам своим, что человек когда-нибудь, тебе придется давать отчет. И в этой жизни ты его будешь давать, все равно будешь на свои грабли наступать, бумерангом тебе будет твое зло возвращаться и добро, и в этой жизни. Ты в это веришь, во все Евангелие Иисуса. Верить в Иисуса – это верить в Евангелие, верить в истину. Иисус есть истина, Иисус есть путь. Путь – это все Евангелие, которое нам описано, как Он поступал. Оно нам в Евангелии, Его дела описаны. Веру в Иисуса – это вера в Евангелие, вера в истину. Воскресение, я есть путь, истина и жизнь. То есть ты веришь в эту истину, в теоретическую, в тот путь, который нам описан, как он поступал, и имеешь тогда жизнь вечную. Ты веришь в воскресение в бессмертном теле свое. И соблюдаешь это. Так дальше что написано? «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, умирать высть Господь Бог Иисус, истина». Одни и те же слова. «Умирающие в истине», значит, соблюдающих заповеди и веру в Иисуса. Вот что значит умереть в Господе. «Да, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут с ними» или «за ними». Тут это все синодальный перевод. Мы, главное, смысл потеряем. Неважно, как ты перейдешь. «За ними», «вслед за ними», «перед ними», «с ними». Там этот предлог могли как угодно перевести, извратить неправильно, о чем мы знать не знаем, о чем говорил этот Иоанн, который написал нам это откровение, которое дошло до нас аж через 2000 лет. Да. Ну, смысл понятен. «И дела их», не вера, «дела их идут вслед за ними, перед ними, с ними». Как ни переведи, смысл понятен. Слушайте, я говорю, что вам еще надо? Неужели вы этого не понимаете? От того, что ты человеку наступил на ногу в маршрутке, попросил прощения, он тебя простил, ты не стал от этого суперчеловеком. Ну не стал ты от этого суперчеловеком. Стать Богом было от начала. Возделывай и храни. Что поменялось? И Бог поменялся. Бог неизменен. Он благ и неизменен всегда и во веки веков. И он свободен. Да, он мог бы творить зло, но он не творит. И ты свободен. Не поверите, мы в раю будем, в небесном царстве будем испытывать боль. Просто мы ее причинять друг другу не будем. Если в раю, ну я об этом хотел отдельно ролик, но не могу остановить. Если мы в раю потеряем чувство боли, во-первых, как мы тогда радоваться будем? Боли, наслаждение, радость и печаль. Если мы потеряем эти возможности переживать, как мы тогда там, чем мы там будем заниматься? Мы и будем в небесном царстве радоваться, веселиться, кайфовать, наслаждаться, получать удовольствие и все противоположное. Боль, страдания мы можем, только никто, на то оно и небесное царство, туда будут попадать те, кто никогда никому не причинит боль. Я могу, иначе мы лишимся свободы, в том-то и дело. Мы от начала обладали ей, сейчас обладаем, от начала в первозданном человеке все мы с вами. Сейчас обладаем и будем обладать во веки веков. Бог не лишит человека возможности испытывать наслаждение либо страдание. Нет. Вопрос в том, что он, как искал в раю, не делай никому зла. И живите, дарите только радость. Лишить человека боли, возможности испытывать боль, это лишить человека свободы. Все. Это невозможно. И еще, пока вы так и будете о Боге все время как-то внешне думать, пока вы не поймете, что это просто бытие, он просто есть им, он не может отречься от самого себя. Бог – это любовь, свобода и бессмертие. Любовь – это добро, благо, это радость и, наоборот, горе. Любовь и нелюбовь, добро и зло, они всегда в потенции существуют. Вопрос, что ты выбираешь. Бог может делать зло, но не делает его, потому что не хочет. Потому что свободно избирает всегда абсолютное благо. Мы должны стать точно такими же. И мы должны давать. Бог все время творит, созидает. Стать Богом надо делать что-то. В нулевую планку, в которую ты восходишь, ты ничего великого не сделал. Постирав грязную одежду, которую ты купил, чистую, или тебе мама дала, ты ничего великого не сделал. Отмывшись от грехов, когда те люди простили, ты еще ничего великого не сделал. Царство Небесное – это царство богов. Богов. Поэтому, попав сюда, по благодати обратно, да, каждый раз новый шанс дает тебе Бог. Ты должен стать Богом. Кому тогда Иисус говорил все эти заповеди? Кого призывал к совершенству? Почему он все время говорил, что это не по вере само собой будет происходить, а что мы должны себя к этому понуждать? Кому все это говорил Иисус? Я хоть тресни не могу понять. Наверное, тупой такой. По поводу реинкарнации, по идее, с которого сегодня ролика все и должно начаться у нас было. О чем говорит нам реинкарнация? Перевоплощение. Существует ли и христианское ли это учение? Это учение абсолютно христианское, истина. Это не православное учение, да, это не католиков учение, это не протестантов. Знаете почему? Они не верят, что Бог есть. Первое. Свобода, любовь и бессмертие. Они не исповедуют ни одну из этих трех заповедей, поймите. Православие, католицизм, протестантизм и иже с ними все от мала до велика не исповедуют, что Бог есть первое. Любовь, свобода и бессмертие. Они это не исповедуют. Как бы на словах кто там не пел красиво, по факту и одно учение цепляется всегда за другое, одни дела цепляются за другие дела, они этого не исповедуют. Сейчас я объясню почему. На примере той же самой реинкарнации, перевоплощения человека. Запомните, внутренний человек тоже имеет тело. Человек — это не дух. Человек — это все вместе. Это просто человек. Это и видимый, и невидимый мир. Не существует отдельно невидимого мира. Этот ролик, как и многие другие, все, кто не все понимает, что я говорю, я его сегодня только до меня дошло, как это правильно плейлист назвать, то я называл его так: Бог, Иисус Христос, человек, грех, зло, бессмертие, природа. Я его сегодня придумал, как назвать бытие. Ну и все дальше оставил, но вначале вот найдите на моем канале проповеди или голос Христолюб, проповеди или голос вопиющего в пустыне, найдите плейлист самый первый, он идет специально. Бытие. Вот там подобные все темы я разбираю. Перевоплощение человека, Бог всегда был, во плоти всегда был. Он все. Мир делится. Есть грань между видимым и невидимым миром. Все. И это все мир. И видимый, и невидимый. И он всегда был. Не было момента, когда не было видимого мира. Все эти слова, которые мы читаем с вами в первой главе, в первом стихе книги «Бытие», «Бытие 1.1», что мы читаем в Евангелии Иоанна Богослова 1.1. «Вначале было Слово, вначале сотворил Бог небо и землю». Вы сами задумайтесь над абсурдностью и невозможностью в этом временном пространственном измерении описать какими-то словами здравыми то, что есть на самом деле. Потому что истина, она просто есть. Как в начале уже было, а где то начало, где не было? А если было, то где его начало? Или было начало, когда не было? Или было то, что еще не было? В начале было, но если в начале уже было, а где начало того, что было? Понимаете? Всегда было все. И видимо, и человек. Он в Боге всегда был. Это все в этом мире. Вообще, это просто познаваемое. Павел, когда туда попал, он не смог объяснить, что он там увидел. Пересказать, как передать. Почему? Вы слепому никогда не объясните, что такое яблоко. Как оно выглядит. Вы скажете, ну это такое круглое, зеленое яблоко. А он скажет, что такое круглое? Он никогда, слепорожденному, вы никогда не объясните, что такое яблоко. Он не видел круга, он никогда не был зрячим, он не знает, что такое круг. Он никогда не видел зеленого цвета. Вы не объясните, что такое зеленый цвет. Вы никогда глухому не объясните, что такое до, ре, ми, ля, соль, что такое эти звуки, ноты. Никогда, он никогда их не слышал. Он глухой, вот он только видит. Вы будете ему нотки рисовать или еще что-то. Он никогда не поймет, что это такое. Эти первопричины, как называют, они необъяснимы. Они просто что? Трогаются, щупаются, видятся, слышатся. Вкус чувствуется. Вы не объясните никогда тому, кто не пробовал. Вы где-то съездили, попробовали маракуйя. Вы объясните мне, приедете, какой вкус у маракуйи? Нет. А если я ничего никогда вообще не пробовал? Вы начнете вкус маракуйи описывать максимум. Но это, знаешь, это вот что-то типа яблоко с тыковкой с какой-нибудь. Я образно говорю, да? Я говорю, а что такое яблонька? А что такое тыковка? Какой вкус у тыковки? Я не пробовал никогда. Ну как тебе объяснить? Что ж ты тупой такой? Здесь то же самое. Почему я здесь кладу себе предел, как и всем. Вы не познаете. Можно пустословием этим заниматься. Это просто непознаваемые вещи. Но Бог был, есть и всегда. И все бытие всегда было. И вот человек, он всегда был во плоти. Всегда. Реинкарнация. Почему ни православие, ни католицизм, ни протестантизм не исповедуют? Потому что не исповедуют ни любовь, ни свободу, ни бессмертие. На примере, на живом, сегодня вам все это показываю и, естественно, покажу это еще в Евангелии. Во-первых, чтобы плавно перейти, вы видите на экране, я показываю, да, символ круга – это вообще-то символ смерти. Да, надо это понимать. Более того, если ты грешишь, этот круг, этот символ, что он делает? Он замыкается, более того, он сжимается. Поэтому зло, оно пожирает само себя. Неважно, есть символ восьмерки, тоже вроде бы это символы бессмертия, вы знаете, да? Но на самом деле это символ смерти. А вот действительно символ Бога – это спираль, раскручивающая и, соответственно, сжимающая, в которой нет начала и в которой, как мы видим, нет конца, да, этого. Она вечно возрастает или вечно уменьшается. Вот это символ действительно живого Бога, всегда бывшего. Этой спиралью можно объяснить, как я говорю, ну видите, как я за счет одних предметов, о чем я сейчас говорил, пытаюсь объяснить другие примеры. Вот эта спираль, это как раз попытка объяснить, что такое в начале было. Вот где тут это в начале и где это, в какой точке этой спирали. Вот тут в начале было, вот тут Бог начал творить небо, вот то, что нам в Бытие 1.1 написано. А тогда что было вот здесь, вот до этого, вот здесь пониже, туда еще пониже и еще пониже, там вот. Где, а что, почему оттуда не начали? Даже когда Иоанн Богослов говорит, вначале было слово, ну хорошо, давайте вот здесь Евангелие, оно же еще позже было, Бытие 1.1 кто-то написал, хотя он говорит о событиях, говорит он позже о них, заметьте, да, Евангелие пишется после книги «Бытие». Давайте вот на этой спиральке повыше. Иоанна 1.1. Но говорит он о событиях, о каких, о высоких. То в «Бытие 1.1» мы читаем в начале «Бог сотворил небо и землю», а в Иоанна 1.1 мы читаем о более высоких событиях, да, высших материях. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. Так, ну где оно? Ну хорошо, она где-то вот здесь была. А там-то что? Где это? До того, как вначале было Слово. И как оно вначале уже было? Ну, поняли это все, да? О чем нам говорит реинкарнация? Учение это вообще возможно или нет? Это учение абсолютно учение истины, учение христианства. Она согласуется со всеми основными истинными законами бытия, любви, свободы и бессмертия. Почему не исповедуют православие, католик, протестанты реинкарнацию? Потому что они не верят, что Бог есть любовь. Они считают, что только Бог их любит, всех остальных он пошлет в ад. Что у человека есть всего лишь один шанс, все остальные идут в ад. В них нет любви к Божьему творению, которое, кстати, не они творили. Православным католикам, протестантам на эту тему, чтобы познать любовь Божью и прежде чем всех посылать в ад и не давать им шанс на перерождение, на новую жизнь, я предлагаю им сделать две вещи. Первую. Прочитать книгу пророка Ионы. Если вы сами не понимаете, я вас приглашаю на свой канал «Христолюб. Библия. Чтение Библии и иных писаний» и прочитать эту книгу вместе со мной. И увидьте себя в пророке Ионе в 4 главе, который плакал и жаловался, и переживал, и даже разгневался на Бога о том, что он не уничтожил Ниневию, в котором было более 120 тысяч людей, жителей. Это была огромная столица империи, Великой империи на те времена, которых это было. Это была столица Ассирии, империи, захватившей все вокруг. Ниневия была столицей. Сейчас у нас, если столица, это от 10 до 20 миллионов, тогда это было в те времена 120 тысяч человек. Шел он по Ниневии 3 дня пешком по диагонали. 3 дня пешком, вы знаете, я за день могу пройти около 30 километров. 100 километров, вы знаете, у меня от города, вот я в Воронеже живу, до Липецка 100 километров. Это такой был город. Ну, может быть, имелось в виду, что он медленно идет. Ну, пусть 50 километров. Ну, 50 может быть, да. И в древних городах не было, как сейчас, небоскребов по 50 этажей. Вы знаете, хотя, может быть, она была и 100 километров. Может быть, этот город был и 100 километров в диаметре. Я не удивлюсь. 120 тысяч в одну-двухэтажных домах, которые раньше строили. Ну, пусть там дворцы, но это редкость была, да. И то там в основном большие потолки, а не много этажей было, да. Высокие потолки. Вот этот город... И множество скота, как ответил ему Бог, когда пожалел и помиловал раскаявшуюся Ниневию, не забывайте об этом. Бог помиловал ее, и они не стали богами. Они лишь покаялись и вернулись в состояние первозданного человека. И Бог помиловал, спас их. Спасение, прощение, покаяние – это все одно и то же. Это смоковница без плодов. Это пока еще ничего. Ты вернулся только. Убеленная одежда, которую ты запачкал. Это только ноль, на который ты вышел. На нулевую позицию. На старт. Ты из ада вышел. Ты не в небесное царство попал. Вот тем, кто православных только протестанты, которые не исповедуют реинкарнацию, возможности человека вновь и вновь появляться на этой земле в будущем, для того, чтобы войти в это небесное царство, в этих людях нет любви. Точно так же, как ее не было в пророке Ионе. Точно так же ее нет в них, потому что они не исполняют заповедь Иисуса Христа, который, уча Петра, прощать людей, которые прямо спросила вы, сколько раз мне прощать согрешившему против меня? Иисус дал ответ. До бесконечности. Не говорю тебе, до 7 ли раз, Петр говорит. Иисус ему говорит, не говорю тебе до 7, но до 70-77. Это символьно означает бесконечность. Бог сотворил все. Бог Иону двумя средствами научил. Первое, кто помнит, он сделал ему кустик. Давайте я вам открою. Открываем книгу Иона, 4 глава. Она у меня вся готова с иллюстрациями. Первое, Господь учит его на практике. Вырастает кустик, он сидит за городом. Как написано, просто невыносимая жара, еще и ветер нереальный, знойный, жаркий. Он сходит практически с ума. Господь ему вырастил за одну ночь прекрасный кустик, деревце, которое покрыло его. В тени сидеть, конечно, намного лучше. И тут же Господь это деревце червячком подточил, и оно иссохло. Как возопил Иона. Говорит, умертви меня, не могу больше сидеть. Кто бывал на, конечно, попадал на какое-то солнце, в детстве там, я помню, солнечный удар даже был, один раз пересидели тоже с ребятами, переигрались на пляже там. Это жесть. Иона возопил, и Господь сказал, ты пожалел о кустике, которого ты не растил. Мне ли не пожалеть города великого, в котором больше 120 тысяч, я сейчас даже не читаю, я вам так говорю, это все выше. Я просто вам, чтобы картинка на экране была. Города великого, в котором, ну я могу открыть, где тут это... Да ладно, я вам так цитирую практически дословно. «Города великого, в котором более 120 тысяч человек и множество скота». Бог даже животных, представляете, в Ионе не убивает. Как он его научил? Первое, практически, как всегда. На практике, пока на макушке. Какие вечные муки мы посылаем всех в ад на вечные муки? Кто когда от меня слышит, я никого не посылаю. Мне говорят, ты судишь, говоришь, что там убивают животных, будет в аду. Я не посылаю, я вам просто факт констатирую, чтобы вы покаялись, потому что вы там окажетесь. Я вас не посылаю, я вас спасти хочу. Не делайте этого, если не хотите страдать. Не делайте, я вас как отец, как брат, как раб, если хотите, умоляю. Не делайте этого, вы будете там. Вы будете жить на скотобойне, вы вкусите плод своего греха. Иона разгневался, что Бог их не уничтожил, он ему кустик подточил, у него так головку запекло. Он же думал, что и проповедовал, что огонь с небес сойдет, как на Содом и Гоморру. У него чуть сошел, не огонь с небес, чуть-чуть солнышко пригрело, Господь учит теми же граблями. И я вам говорю, если вы не хотите страдать, не делайте зла, не творите греха. Я вас в ад не посылаю, я предупреждаю вас, как любой пророк предупреждал. И самый главный Бог наш Иисус Христос, пророк из пророков. Не делайте этого. Он говорит, вы сами умрете во грехах ваших. И ему прямо сказал. Во-первых, что ты видишь, как тебя коснулось-то, ты как-то сразу возопил. Господи, как мне плохо-то. Спаси меня. И второй, он говорит, ты ли это все насаживал? И вот вы, которые людям не готовы давать второй шанс, вы дали им жизнь и дыхание, и все, этим людям. Чтобы всех в аду на вечные муки запирать. Вы? А своим бы вы детям, вы бы своих детей отправили на вечные муки? Нет, вы их будете прощать до бесконечности. Так может, это в вашем сердце такой Бог? Бог-то не такой, каким вы его всем пытаетесь нарисовать. Так что у нас с реинкарнацией? Соответствует ли это учению истины, учению любви? Абсолютно, на 100%. Бог есть любовь. Люди, которые ничего в этой жизни хорошего не сделали, что с ними делать? Сколько прощать человека, Господь сказал, до бесконечности? Прощать. Снова давать жизнь. Снова. Снова делать первозданного человека. Снова перерождать его. Снова и снова и снова. Бог не может тебя сделать Богом. Ты должен сам стать Богом. Но жизнь и все потребное, как писал апостол Павел, для жизни, а в одном послании очень хорошо написал, для радости, для благочестия. Бог подает тебе все вокруг. Только будь, только стань Богом. Ты сам, протестанты, православные католики, опомнитесь. Делами вера наша в Евангелие, которая говорит, что каждый... В чем Евангелие? Что человек, если ты творишь добро, ты благо бытие. Если творишь зло, ты страдаешь вечно. И здесь, и сейчас, и в будущем Бог ничего не поменял. Вы болеете, умираете. Почему? Потому что пьете чашу Господню, Евангелие, любовь Божью недостойна. Вы говорите, на меня излился Дух Святой. Дух Святой, Дух любви. А сам ты творишь что? Твои дела не говорят, что на тебя излился Дух Святой. В тебе его нету Духа любви. На тебя гнев Божий изливается, потому что у тебя нету любви. Ты творишь зло. Откуда все эти раки, там, болячки? Вы убиваете животных, вы будете вкушать смерть. Будете страдать. Вы думаете, которые богатые грабят, убивают, воруют, махинации делают? Они не плачут. Богатые тоже плачут. Мы ничего не знаем. Плачут еще как. Он украл, у него какая-то писявка, простите, он годами миллионы воровал, у него эта писявка вышла за него замуж и его наполовину обокрала, отсудив половину, по закону причем. Просто обманув его, как тебя люблю, мой толстосумчик. Да, вышла замуж и через 3 дня развелась, отжала половину имущества, все, и кинула его. Они тоже плачут, поверьте мне. Все вкушают плоды своего греха. Реинкарнация согласуется с бессмертием? Реинкарнация есть живое свидетельство, что человек бессмертен. Это лишь одежда. Вот, я ее менять могу. Ты считаешь, как меняю гардеробу. Каждый день подхожу и что-нибудь новенькое одеваю. Ну, новенькое из старенького. Перевоплощаясь из одного тела в другое. Что? Разве это не согласуется с бессмертием? Согласуется. Абсолютно согласуется. А всегда ли человек перевоплощается в человека? Нет. Иногда в животное, да. Те, кто убивают, сами будут убиваемыми. Вы знаете, те люди, которые не доходят, что... Вы знаете, почему говорят, что и многие, кто убивал, вот почитайте все это, вы сами-то, понятно, скотобойни не ходите, вы предпочитаете лицемерно, лукаво проплачиваете за вас эти убийства. Они все в один голос говорят, что у них глаза как у человека, у коровы, у свиньи, там, у быка. А знаете почему? А потому что там внутри люди. Они орут. Их тащат на бойню, они орут. Посмотри, как быков затаскивают. Им хвосты ломают, чтобы они вперед шли. Над ними издеваются жутко. Они орут, кричат, вопят. А вы знаете, кто там внутри? Люди. В этих быках, в этих коровах, в этих свиньях, в этих овечках, которых в жертву приносят, в этих барашках. Там люди, настоящие люди. И такой путь проходит человек. Если ты по-хорошему не понимаешь, человек, Бог тебя научит. Припекет тебе на головку, как припекло Ионе. Ты будешь орать внутри человеческим голосом. Почитайте, как Толстой описывал свой поход на скотобойню, чтобы окончательно утвердиться в вегетарианстве. Прочтите эту статью у него. Она в интернете доступна. Забейте Толстой скотобойня, на скотобойне там все выйдет. Там типа едет на кучер, видит, как свинью затаскивают в скотобойню, она орет, визжит, а он говорит, даже этот кучер, я не знаю, там он, получается, вегетарианцем не был, он говорил, неужели, что-то там, я вот забыл, Бог простит это. Говорит, она визжит человеческим голосом. И вы внутри орете именно человеческим голосом. Только снаружи вас вот такие бесноватые люди слышат лишь голосом свиньи. Голосом коровы му мычит она. Вы орете там настоящим, вы открываете рот, и вас никто не слышит. Вы пройдете этот путь. Все вы пройдете этот путь. Если вы по-хорошему не понимаете. В людей перевоплощаются, конечно. Согласуется это со свободой? Конечно. Бог благ. Бог дает до бесконечности. До 70-77 прощает человека и дает ему шанс попробовать сначала. Согласуется абсолютно. Он не может сделать Богом. Поэтому он и дает его бесконечно его. Потому что Бог хочет, чтобы ты стал Богом. И не может Он за тебя сделать Богом. Не может Иисус прийти ни в первое, ни в второе, как Он в первое пришел. Он никого не сделал Богом. Он лишь призывал. Он даже учеников не мог заставить палкой. Он укорял, Он призывал, Он обличал, Он судил, но не на смерть. Запомните слова Иисуса. Это осуждение. Не судите на смерть, не осуждайте на смерть человека. Свои слова Он исполнил, свою заповедь. Он не осудил женщину, взятую в прелюбодеяние. Он не говорил судить, не судить о людях. Не осуждать человека на смерть. Вот что Он говорил. Не судите, не пытайтесь это делать, чтобы осудить. И не осуждайте, тем более, на смерть. Именно своим примером Он показал женщину, взятую в прелюбодеяние. Судил Он всех подряд. «Иди и впредь не греши», этой же женщине говорит. Он прямо о ней вынес суждение. «Ты блудница, да, тебя правильно взяли, так и есть». Он этого не отрицал. «Иди и больше не греши». Ничего себе. Кротко, смиренно, никому ничего не говорил, да? Так вы себе представляете? Не может Бог никого сделать Богом. Он может тебе давать только все время новый шанс человека вот здесь, на все той же точке, вот на этой. Где у меня уж, я тут запутался во всех этих картинках. Вот. Он может ее только из ада опять вот сюда поставить. Где у меня бытие-то? Опять сотворить тебя вот так вот заново. Все, вторая голова. Все. Опять тебе сказать, возделывай и храни, и не вкушай от древа познания лже, добра и зла. Все. Все, что он может тебе сделать, Бог. Дать второй шанс. Больше ничего он за тебя сделать не может. Ноль. Из минуса ты выбираешься с помощью Бога, с помощью человека. Да, это так. Потому что ты ничего не можешь воздать. Человек может просто простить и дать тебе второй шанс. Все остальное ты делаешь сам. Все плюсы. Реинкарнация согласуется с истиной, с законом бытия, конечно. Любовь здесь видна, абсолютно. Свобода видна, конечно. Бессмертие. Какое еще больше реальное бессмертие показатель, как не реинкарнация, перевоплощение. То есть не просто какой-то невидимой сущности. Ну, хотя я уже попытался объяснить, никакой невидимой сущности не существует. Все ангелы видимы, мы же это видим в Писании. Они имеют сущность. Они могут также являться, то есть у нас тут еще есть такое. Это называется просто грубый и негрубый мир. Поэтому как вот, вы знаете, эти ангелы в этот мир просто являются. Ты считаешь, как человек вот ко мне в дверь заходит, вот и все. За дверь я его не вижу, бац, явился. Но он и за дверью был. От того, что у меня сейчас кто-то за стеной находится, это не значит, что его нету, раз я его не вижу. Он тоже видимый. Вот и все. Человек должен сам стать Богом. Ну и последний гвоздь в реинкарнацию и вообще в то, что сам Иисус мы с вами... У меня есть эти ролики на канале, вот в этом плейлисте, как я теперь назвал, «Бытие». Посмотрите, там все они с названиями. И сам основной ролик, я его уже записал, я там сказал. Это... Сейчас мы сюда долистаем. Это, давайте где-нибудь говорящую картинку. Это Иоанн и Илия «Одно лицо». Я его как там ролик так и назвал. Можете в поисковые строчки по каналу внести и найдете. Я не знаю, здесь стоит ли мне все это повторяться. Там я сказал. Иисус прямо говорит, что Илья и Иоанн Предтеча – это одно и то же лицо. Давайте вот так откроем пошире. Илия, который был взят на небо живьем в огненной колеснице, и Иоанн Креститель – это одно и то же лицо. Давайте все-таки пробежимся по... Не так, конечно, тот ролик, пожалуйста, если не найдете в комментариях, всегда пишите, я дам ссылку дополнительно. Но на Иоанн и Илия одно лицо, как-то так он у меня, кто помнит, уже смотрел, может. Ветхий Завет заканчивается, ну, вы знаете, Илья был вознесен на небо. Когда они шли по дороге, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные разучили их обоих, и понеся Илию вихрь на небо. Илия же смотрел, воскликнул: Отец мой, колесница Израиля, конница его, и не видел его боли». То есть Бог живьем выберет на небо. Малахия. Малахия – это последний пророк Ветхого Завета, после него начинается Евангелие. Прям вот Иоанн Креститель, да. Это действительно чудно, вот не перестаешься удивляться и Библии, да. Заканчивается Малахии пророком и начинается с Евангелия от Марка. И было слово Господне к Иоанну Крестителю, который указывает на Иисуса. Как же в Малахии? И Малахия – это последняя глава, последние стихи. «Вот я пошлю вам Илию пророка, не в духе, а самого Илию пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Мне пытались лукавить, говорить, что это идет речь о втором пришествии. Ну, естественно, я все эти лукавства спокойно разбивал о камни, которые есть Иисус Христос. И, читая Евангелие, мы с вами что увидим? Мы с вами видим следующее. Вот как раз это 16 глава, которую мы с вами сегодня вспоминали. Вот этот случай, где ученики признают Иисуса Мессией. И как раз что же вы помните, да? Они, ты Христос, они поднимаются на гору. Здесь у меня, как видите, это именно вырезанные тексты, поэтому здесь всего нету. Поэтому у меня многоточие вот стоит, вы должны видеть. Но именно после этих событий, когда они восходят на гору, помните, преображение Господне, и написано, вот вы видите, все, у вас текст на экране, я специально делаю, чтобы вы никуда не листали. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых? И спросили его, как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде. То есть сами книжники их учили о том, что Илья должен прийти прежде. Что им Иисус говорит? Нет, книжники вас обманули, это все неправда. Нет. Он говорит, правда. Правильно они вас учат, Иисус говорит, о книжниках, которых не раз обличал во всяких других беззакониях. Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и сыну человека. Он не говорит, что в духе Илии. Причем они, заметьте, все время, я обращаю внимание, говорят слово «прийти». Что в Малахии мы прочитали, что Иисус говорит, что книжники, так вернее, точнее, цепочку давайте выстроим, что в Малахии пророк говорит, что книжники говорят, что он прийти должен. Точно таким же образом, да? Вернее, он не говорит, что точно таким же образом. Прийти должен. Это про Иисуса сказано. Помните, когда он вознесся? Это я уж попутал. Надо поправиться, очень важно. Это об Иисусе. Ангелы сказали, помните, ученикам, которые стояли, открывши рты, что стоите, смотрите, Иисус вернется таким же. Вот Иисус придет таким же образом, как вознесся. Про Илии просто сказано прийти все время. Прийти, прийти, прийти. Что мы читаем? «Правда, Илья должен прийти прежде, устроить все, и сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть униженным. Но говорю вам, что Илья пришел, и поступили с ним, как хотели и как описано о нем». Если здесь еще можно немножко себе дать место лжи, да, проповедники тьмы могут себе дать какие-то, между строк что-то вкрутить, то по Матфею тут уже совсем не открутишься. Когда Иисус говорит об Иоанне, Когда же они пошли, Иисус начал говорить об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся во дворцах царских. Что же ходить смотрели вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророков. Ибо он тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой». Заметьте, он говорит не о втором пришествии, а сейчас о себе. «Истинно говорю вам, из рожденных женщин не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его». Во-первых, я, так как мы заканчиваем, ну, вы знаете, как я заканчиваю, еще полчасика, наверное. Итак, что Иисус говорит? Больше в небесном царстве, меньше него. Еще раз. Меньший, самый меньший, маленький в небесном царстве, больше него. То есть Иоанн Креститель не вошел в небесное царство. О чем вы говорите, когда вот протестанты вот эту, что православные чепухню несут, что католики по поводу того, что я по вере в Иисуса, просто как в историческую личность, просто в то, что Бог являлся на землю, в этот бред про искупительную жертву, я вхожу в небесное царство. Иоанн Креститель, и сейчас мы с вами убедимся, что это одно лицо. Вы сравните Илью и Иоанна Предтечу. Вы знаете, это два разных человека. После этого невозможно не поверить в реинкарнацию и в то, что Бог благ. Потому что каков был Илья, кто со мной читал, я вас, как всегда, приглашаю на канал Христолюб, чтение Библии и иных писаний, вы посмотрите, какой был Илья, праведник. Сколько он душ загубил. Иоанн Предтеча. Господень. Вы знаете, это уже другого уровня человек. Вот видно промысел Божий в том, что человек, не раз переродившись, все-таки все лучше и лучше становится. И я, вы знаете, тоже ролик записывал на этом же канале проповеди «Упаси меня Бог» от Небесного Царства с Моисеем, Иисусом Навином, прочих судьях, Давидом и прочим Соломонах и прочих царях. «Упаси меня Бог от такого Небесного Царства». Царство законников, жестоких, абсолютно жестоких, безжалостных убийц. Упаси меня Бог от такого. С культовым мышлением фарисейским и обрядоверческим. Упаси меня Бог. Я записал ролик, тоже можете так и найти. По-моему, так в поисковике можете набрать. Упаси меня Бог от Небесного Царства. Ну, прям на моем канале, кто знает, там есть, можно по поиску искать. Вы знаете, а вот Иоанн Креститель уже... У кого к нему какое-то плохое отношение? Да и чудо. Ангел. Вестник. Ел только веганскую пищу. Не вздумайте этот бред принимать, что акрида – это какая-то саранча. Почитайте те же самые. Я на этот, кто... Конечно, я в плейлисте «Пост или постоянство в любви», но это, по сути, веганский плейлист, но у меня как христианина, веган есть отдельно, где я других авторов собираю, всякие видео с интернета. А это мой лист. Я там покажу толкование ваших же православных святых, которые говорят, что это была трава, ну там с определенными цветочками или плодами какими-то. Иоанн Предтеча был веганом. Если уж Иоанн был, уж тем более Иисус. И он не вошел в небесное царство. Представляете, какую ересь я несу? Хотя я просто читаю слова Иисуса, которые вы почему-то в своих сектах не имеете права ни читать. Если читаете, вы ничего не говорите. А что же дальше? Откуда же вот это я в прошлом видео говорил все время? Царство усилие небесным. Да вот, прямо эти слова прямо здесь и сказаны. От дней же Иоанна Крестителя до ныне. Вот что такое Евангелие. Царство небесное силою берется. Силою. И употребляющие усилия только восхищают его. Это... Скажите мне, пожалуйста, в вере в исторического Иисуса Христа, вера в Бога, явившегося во плоти, вера в искупительную жертву, что Он взял все свои грехи на меня и понес. Это какие усилия? Это усилия? Это вам так тяжело? Я прям смотрю, все опотелись, прям кровь, как капли крови с вас капают от веры в искупительную жертву Иисуса Христа. Прямо утруждаетесь восхищать это царство. Прям не могу. Вы что, прикалываетесь, что ли? Вы Евангелие выкинули. Более, вы знаете, я очень любил такие фразы, извратили. А вы ничего не извратили. Причем протестант от православных с католиками ничем не отличается. Кажется, вы сначала начали со свободы, а вы никто не мыслите свободно. Вам новые слуги сатаны в виде Лютера, Кальвина и Цвингли навешали новую лапшу, и вы ее схавали. И другим эту лапшу вешаете на уши. Где? Какое усилие верить в искупительную жертву Иисуса Христа? Объясните мне. Объясните мне, что в этом тяжелого. Я, наверное, такой тупой, я не понимаю. Как вера... Причем вы вообще вот им говорите, что ничего не надо. Православные хоть бедные напрягаются, там пот и кровь с них сходит, когда они по 8 часов ночные службы, по 6, от 4 до 8 часов службы отстаивают. Я еще поверю, что с них хоть капля пота упала. Что с вас падает, я вообще не пойму. Ешь, пей, веселись, душа моя. Это же ваша идеология. Потому что вы спасены по вере. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Хотя все фразы, как кто со мной последовательно читал, я все эти фразы показываю абсурд их и элементарное опровержение их только на том основании, что они выдраны из контекста. Все. Потому что почему-то где там дальше читаешь, где убелю твои грехи, как багряные, что праведность моя, как запачканная одежда, а там праведность, вы контекст почитали, там праведность в кавычках имеется в виду. Знаете, что древние тексты писались без кавычек, это не говорят, что это не существует. И что дальше Исаия говорит, что мы в грехах по уши вот так. Именно поэтому Бог прощает опять все. И Он не делает из них царей, богов, Он только прощает опять все. Вы почитайте все контексты тех лживых учений, которые вам сложили на основании этих вырванных стихов. Вы возьмите все контексты, вы возьмите прямо откуда это возьму и целиком прочитайте это послание. Это место из Евангелия. Поймите отрывок какой и начните отрывок читать от начала, какие события там. А лучше прочитайте вообще все Евангелие, если это из Евангелия. Прочитайте целиком послание, целиком. Только не просто этот текст, не взять стих вперед или назад. Целиком послание, думая только об этом стихе, об этой мысли. И смотрите, что пишет апостол. Только не за истину примите тот бред, который и то лживое учение, которое вложили в этот стих. А просто абстрагируйтесь немножко, помня об этом стихе, и прочитайте послание апостола Павла. Какое усилие, расскажите мне, какое усилие вы себя понудили верить в искупительную жертву Иисуса Христа? В чем усилие? Ни в чем. Как и православный. Я на всякий случай православный. Он отпоют меня, я покрестился на всякий случай, я повенчался на всякий случай. Это усилие. Вот усилие любить врагов. Вот усилие любящих тебя. Проповедовать истину, которая тебя будет плевать, бить, поругать, ибо враги станут тебе даже домашние твои. Усилия помогать посторонним людям, нуждающимся, зверям. Вот это усилие. Проповедовать всем врагам, посторонним, любящим тебя еще больше усилия. Вот это усилие. Врагов любить, не отвечать злом на злом, благословлять, благотворить. Вот это усилие. Понудить себя разжать кулак в кармашке и подать нуждающимся, постороннему тебе человеку. Вот это усилие, кто знает, кто это исполняет в Западе. Они хоть и благи, и это бремя легкое, со временем ты понимаешь, потому что любить – это счастье. Но вначале это усилие. Очень-очень я себя заставляю поначалу кулачок-то разжать. Силой берется небесное царство. Иоанн не вошел туда. не вошел, это не я вам говорю, это говорит Иисус. Не я, меньший в небесном царстве, больше Иоанна Крестителя. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите, обращаю внимание, возвращаемся к реинкарнации. 14 стих. У вас на экране, можете открывать любые переводы. Читаем. И если хотите принять, это просто синодальный перевод, я вам по-другому скажу. Если можете вместить, как Иисус в другом месте, не раз им такую фразу употребляли, мало ли как тут синодальный перевод. Смысл стиха понятен. Если хотите принять, если можете принять, он и есть Илия, которому должно прийти. И когда я говорю вот эти... Вы знаете, мне пытались опровергать вот это, когда я стал об этом говорить. А вы знаете, как опровергать? Вот так, как змеи юлят. Я говорю, читаешь Малахию, начинает мне юлить, что это второе пришествие. Я до этого дохожу, во-первых, не признают своих ошибок. Как ты хочешь стремиться к совершенству? Ведь я тебя тоже не унизить хочу, если ты пришел ко мне. Даже пусть ты сначала пришел с опровержением, но если в твоем сердце, как Господь рассказывал о заповедях блаженств, изначально заложено чисто в простоте сердца искание, алчность и жадность правды, так если я тебе показываю, почему ты не покаешься? Это же радость покаяться. Прям вот узнать, сказать, слушай, спасибо. Еще спасибо, можно даже сказать, человеку, который тебе истину открыл. Что ты понял, что ты заблуждался. Что ты понял, что ты ничего не делал для Небесного Царства. Ты никаких сокровищ не собрал. Ты откроешь там свою обитель, там нет ничего. Там пустая квартира с газеткой, обмотанной на лампочке. Все. Ты ничего туда не послал. Ни диван, ни телевизор. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Я уже то ли подшучу, то ли не знаю, какие образы дать. Ничего там нет. Вы помните, как в этом «Не может быть» русские, когда они там все продавать стали, начальник кооператива. Что творится в моей камере, вы помните, когда все распродали? Вот это ваша камера, вы войдете, а там ничего нет. Он ушел из хорошего дома, обставленного, пришел в пустую камеру. Для вас это Небесное Царство будет, по сути, не сильно от ада отличаться, ну разве что там просто вот как у него в его камере, но это его дом был, вы помните, он вернулся, где жена с братцем уже все продала, и уже любовничка нашли, помните? Посмотрите, «Не может быть» русская инкранизация вот этих приколов таких юмористических. Кто помнит, хорошие съемки, старые, люблю их. Вы также зайдете, вы так же, как там еще мультипликационно показывается, глаза выкатятся, и вы будете орать, что творится в моей камере, почему она пуста, я же так ожидал, ты что туда послал? Разве не Иисус говорил, что сокровища небесные приобретаются делами? Разве не Иисус это говорил? Почему вы построили свое лживое учение на основании вырванных стихов апостола Павла в основном? Кому вот это все говорится? Если хотите принять, он есть Илия. Кому еще нужны какие? Последний гвоздь в крышку гроба. Дальше смотрим по... Ой. Что-то я нажал тут у себя. Так, последнее смотрим. Это мы смотрим. У нас идет... Матфей. То же самое место, просто по Матфею, оно с неким дополнением. Все то же самое, как видите на экране. У вас экран? Ну да, экран. Где его признают, где они... Тут я даже показал это место, что... Ну, вы поняли. На горе они, на преображение Господне спускаются, да. И что то же самое. Читаем, только немножко в другой интерпретации. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» То есть так учат книжники. Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде, устроить все, что... Но говорю вам, что Илия...» Он не говорит в духе Илии, он говорит, Илия пришел. И не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики, я всем говорю, слушайте, вот вы ученики Христовы или нет? Я себя называю учеником Христовым. Вот мне здесь написано, что ученики, 13 стих, поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Я, когда беседовал, тогда я, было несколько попыток меня в этом разубедить. Я непредвзято пытался с людьми общаться. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, смотри, ученики поняли. Я вот ученик. Ну, я под дурака тоже не хочу перед Иисусом косить. Я понял все. Господь. Я читаю всегда, когда Евангелие, я читаю, когда как будто Господь со мной говорит. Ну, ученики поняли, я не хочу позориться. Я тоже понял. Все, никаких вопросов. Я говорю, я понял. Пожалуйста, попробуйте это опровергнуть. А я не вижу смысла, во-первых, опровергать это. В реинкарнации нет ничего плохого. Реинкарнация, наоборот, хорошо. Я говорю, все это доказывает, что Бог благ, Бог есть любовь, Бог бессмертен и Бог свободен. И дает этому человеку свободу постоянно выбора. Вот и все. Я уже жду, я говорю, я не такой популярный, у меня совсем мало просмотров на Ютубе. Поэтому это может громко звучит, что пока никто. Я тот ролик записал, Иоанн и Илия одно лицо. Пока никто не смог мне доказать. Начинает юлить. Я вот прижимаю, кто знает, я когда общаюсь, я вот так к стенке прижимаю. И начинаю человека, чтобы он не слазил с этого. Я говорю, вот это место. Вот как я сегодня кратенько, то вот у меня тот тоже ролик на 2 часа. Я считаю, мы с вами полчаса опять поговорили, я по таймеру видел. Прошлый ролик только вспоминали вообще, как Царство Небесное берется, а оно, оказывается, с усилием, и не поверив в искупительную жертву. А в то, что каждый получает по делам своим, в этом вся суть Евангелия. Что сеешь, человек, то и жнешь. Сколько таких слов подобных. Я говорю, почему вы просто это вот так закрыли? Вы даже Евангелие не стали извращать. Оно у вас есть, вы его читаете вот так. Вы оп-оп-оп-оп читаете. Вам удобно стих, читаете оп-оп. Как это согласуется с искупительной жертвой? Как вы в небесное царство? Прощение, искупительная жертва, прощение, даром жизнь. Вечная даже жизнь, потом это тело вам даст новое. Дастся. Только небесного царства. Ни вы там не будьте, ни внутри вас благодати не будет. Потому что елейчик этот, маслица в лампадку, это Дух Святой. Это благодать, которая как собирается? Делами. По-другому никак. Что вы сделали? Вы проповедуете. Вы хоть как-то пытаетесь, хоть сами, там, хоть не сами роликами делитесь, хоть как-то помогаете. Я говорю... Вон, про свой канал, говорю, лайки ставить, это же помогает продвижению, это и есть проповедь, кажется мелочь, нет, не мелочь. Все эти комментарии, говорю, хоть плюсик поставьте, там, пока интеллект не особо соображает, что там этот. Главное, что есть и есть. Вы что делаете? Много вы нуждающимся, вы думаете об этом, вы даже не думаете, потому что вам очень хорошее учение подали. По благодати. В небесное царство вы не входите по благодати, вам дается по благодати только второй шанс. Стать богами. Все. И когда вот на эту со мной даже пойти, и начинает, и в другие места лезут. И нет, стопэ. Мы это разбираем. Это что, не Евангелие? Это огромные отрывки. Я собрал страницу, видели это. У меня страница на Христолюб.ру. Ссылку видите здесь на экране. Реинкарнация, пожалуйста. Всем доступно, с другими поговорить. Самим для исследования. Малахия. Там еще и другие. Мы сегодня вскользь, там я больше посмотрел, вы помните, да? Я кто нет. Ну, ссылку я забуду дать, я же не пересматриваю свои ролики в Ютубе, чтобы добавлять. Если напишите в комментарии, я дам прямую ссылку на этот ролик, где я Иоанн, Илия, одно лицо. Вот эти все моменты, все какие были, я все показал. Там еще есть некоторые. Ну, и этих достаточно. Ну, говорит прямо, что он одно лицо. Никто ничего мне не может ответить. И это еще я обращаю внимание, что это только то писание, те бумажки, которые до нас дошли. И удивительно, что даже в них все это есть. А уж что на самом деле было, тут уж вообще и говорить нечего. Поэтому там, цепляться за слова есть, хотите принять, если можете вместить. Там Иисус по-разному. Смысл уже понятен. И причем в разных местах. Причем я вам специально привел, заметьте, там, где он говорил, что Илия... должен прийти, и не узнали его. Он говорил, вообще немножко не поэтому, нигде преображение вот это было, а в другом месте, где о нем просто спросили. Ну, кто помнит, его в темницу уже посадили. Там именно, я говорю, я сегодня не брал большие контексты. И там идет речь, помните, посылает Иоанна учеников. Они приходят, спрашивают, как же он их обратно посылает. Потом разворачивается и говорит опять всей толпе Иисус, что вот... Как, кто, что думаете об Иоанне? Камень, как Господь и сказал, что на который что упадет, все разобьется, и который на другой бросите, он все раздавит. Я вот этот камень, который вам сегодня показал, который есть Господь, все ваши раздавлю, и все, что у вас упадет, раздавится. Объясните мне конкретно, не надо мне на другие места. Это слова, эпизоды. Сначала объясните мне их. Не надо мне что-нибудь, такое другие места тянуть, знаете, как жуки выскальзывать, слизни. Нет, это место мне объясните. Иисус прямо говорит по-русски. Ученики его поняли. Если вы тупые или не тупые? Я вот не хочу быть тупым. Со мной Иисус говорит, я понимаю. Я слышу, я говорю, да, все, понял. Не обманывайтесь. Закончить я хочу, конечно же, вот этим, я говорю, протестантским бредом, да, о том, что все это как-то получается непонятно. Как раз вот откровение, там же после, где написано, как раз жатва-то начинается. Я говорю, все это 14 глава. Напишите отныне, блаженны мертвые, умирающие в Господе. А в Господе как? В истине. А что такое истина? Это совершенство. Будьте совершенны, будьте святы, будьте как боги, будьте богами. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов. Труд, совершенство, святость, божественность – это труд. А в чем он, этот труд? В вере? Нет, в делах, ибо дела их идут вслед за ними. Ну как вы услышите, Господи, на каком языке, сколько я уж роликов. Это я вот когда записываю, мне кажется, ой, вот этот ролик суперский, сильный. Вы знаете, сколько я таких уже роликов записывал? Я их просто забываю все. Да я уже это все миллион раз говорил, они не слышат, они просто оглохли. Господь говорит, имеющие уши, они не слышат. Дальше начинается жатва. Как раз эта картинка говорящая. «Изглянуло вот светлое облако. На облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острые серпы. Вышел другой ангел из храма, воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, к Иисусу Христу, пусти серп твой пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Здесь, понятное дело, речь идет о нас, как о росточках, вы помните, которые приносят разный плод. От 1 до 100, хоть Господь 3 упомянул, 30, 60 и 100, вы понимаете, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, хотите 100 тысяч миллионов плодов в одном этом. Каждый принесет разный плод, но ты созрей, хотя бы хоть что-то принеси-то. И это плоды не веры, а дела веры. Поэтому Павел потом и писал. Не обманывайтесь, я хочу сегодня этим с вами закончить. Бог поругаем не бывает. Вот эти все ваши лжи, вера в ложь, она от этого истину ложью не делает. И наоборот, эта ложь не становится истинней. Если вы верите в ложь и живете по этой лжи, вы пожнете в то, что вы посеяли. Вас посеяли, вы это взращивали. Вы взращивали ложь. Я все-таки еще 5 минут займу вашего времени. По поводу реинкарнации. Будут сразу вечно вопросы. Ой, что ж теперь, живи и греши, все равно 100 раз это... Поймите вы, наконец, что является настоящим грехом. Грехом не является неношение платочка и всякой другой лабуды, подпоясывание, борода, песенки в храме, причастие булка Бога там или еще. Это никакие не грехи, наоборот, это не добродетель, что вы носите платочки, носите бороду, отращиваете, ходите в капище, и там это булка Бога потребляете, поете ему песенки под гитары, струны и фанфары. Это не есть добродетели, как и не является, не деланием этих дел веры. Это не дела веры, это дела вашего культа. И эти грехи, и добродетели, и грехи, все в кавычках, действительно, такими, так и пусть живут все люди нормальные. Слава Богу, что они к вам в эти культы не ходят. А вот от настоящих грехов, вы еще раз поймите, человек страдает. Не думайте, что богатые не плачут. Не думайте, что злые люди не страдают. Это бред. Это показывает эту мишуру. Это ты видишь, что сейчас он там наорал, что-то едет в машине, а ты там, сволочь, из окна орет. Поверьте, он пожнет свой плод. Все пожинают. И вот от настоящих грехов мы все пожинаем плоды. Не думайте, что можно... Ой, да тогда в этой животных все-таки буду в этой жизни животных убивать, а потом... Нет. Труп этого животного принесет тебе болячки. в следующей жизни ты окажешься в этом живом существе. И ты 10 лет отстоишь в 100 лет. Сейчас тебе по человеку тебя никто не поставит, тебя потом поставят. Ты будешь в животном теле коровы. Ты будешь стоять 10 лет, лишенный свободы. У тебя кости будут через кожу просвечиваться. Ты будешь стоять, тебя будет ломить, тебе будет больно. Ты будешь орать. Тебя не будут слышать. Слышать будет только му. Так что не думайте, что реинкарнация – это какое-то оправдание греха. И человеку нет смысла сегодня каяться. Вот от моей, допустим, проповеди. Вы безумные, если так воспринимаете. Настоящий грех, когда его совершил Адам с Евой, они сразу пожали плоды своего греха. Мы пожинаем. Смерть, правда, не пожили, длиною в 1000 лет там в жизнь, да? Так и вы. Вы думаете, вас сразу прям вы кусочек мяса сожрали, вас Бог убил? Вы сразу умрете? Нет. Ну, потихонечку подыхать. У вас то будет, то, аритмия, сыпи, болячки всякие. Все будет, не переживайте. Все будет. Раки, подраки. Потихонечку. Точно так же, как они не сразу смерть вкусили, а длиною в жизнь. Поэтому настоящий, вы запомните, что весь религиозный бред, заповеди человеческие, культы все эти, это не грехи, их несовершение, и это не добродетели, их совершение, а вот настоящие грехи. Поэтому нормальный человек сегодня поймет и изменит свою жизнь, неважно. И святой человек, понимая, что он собирает себе. Что такое собирать сокровища? Ну, это я так, вот детский язык. Вы думаете, там алмазы будут? Там, конечно, будут, кстати, действительно, и по внешнему, как и здесь. Новая земля и новое небо, оно и по внешнему будет прекрасно. И в 1000 раз круче рая по внешнему, но и внутренне. Вы же сегодня, говоря об этом, благовествуя, и эту жизнь проведя праведно, если даже вас Господь еще раз вам предложит, ибо вы, особенно когда вы будете святыми, вы будете, если Господь вас туда будет, грешников, в новые тела посылать принудительно, точно так же, как Он нам дал и первую жизнь. Он нас не спрашивал. Вы знаете, мы иногда люди доходим до такого безумия, когда кричим своим земным матери, отцу или Богу, зачем ты меня родил, да? Точно так же кажется, что это нарушение свободы. Нет, ну тогда нарушение нашей свободы надо считать наш вообще первый дар жизни. Нет, поэтому когда вы грешники, и Бог вам наоборот дает второй шанс, я говорю, кто-то может тыкнуть ему. Нет, это как раз любовь. Но этот шанс даст тебе в теле коровы, и ты познаешь, что такое грех убийства живого существа, потому что ты будешь страдать. Они испытывают всю одинаковую боль. Ты был маньяком, ты будешь жертвой. Ты был маньяком, потому что ты был сильным, возможно, богатым, тебе все сходило с рук. В следующей жизни ты будешь в каком-нибудь немощном теле, в какой-нибудь семье маньяков Бог тебя пошлет. Реально так. И не потому, что тех он маньяками сделал, но Бог так управляет мирозданием. Это удивительно, мы этого не понимаем. Это гениальная аркадная игра, и Бог знает куда, Бог все знает наперед. Все обладают свободой, кто говорил, такой ролик у меня тоже есть, об антиномиях. Как все свободно мироздание, но Бог пророчествует, есть пророки, есть судьба, есть будущее. Как это вообще понять? Это неразрешимые антиномии. Ведь эти маньяки могут завтра, мы абсолютно свободны, я вот сейчас свободен сделать что-то плохое или хорошее. Как это понять? Это вообще не понять, пока мы находимся в этом пространственно-временном измерении. В будущем нам все откроется. Или открывается каждый раз, когда мы туда в вечность попадаем. И поэтому, когда что этих людей... Так Бог по любви вас туда посылает даже второй. Это, конечно, вы пока грешники, вы думаете, что и это можете Богу тыкать, как Адам тыкал. Ты мне дал, ты меня послал туда, ты меня в корову, ты меня новую жизнь дал, ты меня в тело жертвы послал каким-нибудь маньяком. Вот именно, так исправься сегодня. И ты будешь посылаться каждый раз в новые тела. Ты будешь проповедовать. Смотрите, был Илия пророк. Ну, много ли в нем добродетелей было? Посмотрите на Иоанна Предтечу. Вы знаете уровень? Я говорю, кто что-то знает только отголосками, думает, что там Илья суперправедник. Прочитайте со мной, какую получается, 3-ю, 4-ю книгу царств. А лучше все от начала, весь Ветхий Завет на канале чтения Библии, Писания. Я специально для вас все это сделал. Мне все это открыто. И я говорю это не пустословием. У меня есть мои дела на этом канале, свидетельства. Я говорю вам, что вы туда, обратившись, никогда не останетесь прежними. Посмотрите на Илью и Иоанна Предтечу. Возможно, я всем говорил, это я. Поэтому как я их могу? Мне говорят, ты судишь. Ты что же, хват посылаешь? Нет. Я верю, что люди вот так Богом меняются. Я говорю, может быть, это я, как я сам себя в ад пошлю. Я, слава Богу, что я вырос. И дальше буду расти. А дальше я расту, чем я еще больше это понимаю. Вот вы говорите, да, а зачем тогда? Вот именно, я еще больше людей люблю. Я им говорю вот это. Неважно, что и ты еще раз даст, но ты сейчас, и ты возрастай, и ты еще, и каждого старайся вытянуть. Это же счастье. Ну вот я говорю, на хорошей, наверное, ноте, да? А то я, надо было все-таки ту мысль договорить. Павел сказал, не обманывайтесь, я не хочу вас пугать. Все-таки Евангелие, вы знаете, Иисус тоже такое говорил. Сами пойдете в муки вечные. Вы умрете, если не покаетесь в грехах ваших. Так и будет до бесконечности. Ну, хочется закончить, да, на хорошей ноте, я говорю, вот на этой. Ты чем туда больше, ты как Бог становишься. Ты всех людей любишь, и ты не можешь его насильно сделать, тут как я. Я не могу вас изменить, только вот словом, вот пытаюсь, как Бог. Как Бог еще от начала говорил с человеком. Слово это не насилие, когда меня укоряют. Вот, ты же тычешь, да, что мы грешники, да. Я делаю по любви к вам. Я же вас в ад не посылаю. Вообще вольно закрыть кнопочку, никогда меня больше не услышит. Я никакой вам боли не причиню. Только я говорю вам, станьте счастливыми. Вы же будете окружены такими же. И будут разделения. Я говорю, как сейчас есть разделение, и Бог каждого бережет человека. Будут и по плоти еще разделения. Будут разные этапы. Будет новая земля. Будут всякие. Вы будете пожинать каждый свои плоды дел своих. Дел. Изменитесь сегодня. Вот. Реинкарнация являет лишь Божью любовь. Любовь абсолютную. Она даже для меня, потому что я могу за 50 лет прожить? Я в каждой жизни, если я иду уже в векторе, в хорошем, в правильном, наверх, я в каждом новой жизни все больше и больше возрастаю, да? Где-то у меня были так, картиночка. Поэтому я говорю, это вы только... У вас одна ложь за другую цепляется. Потому что вы думаете, я говорю, вы назвали добродетелями, святостями вот эти ваши исполнения религиозных обрядов и культов, ваших заповедей, человеческих, всего этого бреда. А это не является этим. Конечно, вам жалко, вы как эти работнички, да? Которые говорят, как же мы с утра пахали, а они вон в 11 часу пришли. А вы знаете, почему там-то Бог их укорил, им было жалко? А знаете, почему я таким не буду и подобный мне? Но они пошли работать. Это люди покаявшись. Те, кто пришли в виноградник работать в 11 часу, всего час. Потому что мне такой тоже тыкали. Нет, ты не прав, потому что вот есть такая притча. Иисус говорил, что всем одинаково. Хотя Иисус говорил прямо, что у разные семечки и плод у каждого растенца разный. Я говорю, вы не понимаете суть этой притчи. Где Господь рассказал притчу о работниках виноградники. Это работники. Это святые люди. Да, одни пошли раньше, другие чуть позже. Кто-то с утра, кто-то, может, еще в Ветхом Завете пахал. И так вот еще, я Иоанн Креститель. А кто-то пришел в последний, покаялся, да. И награда будет одинакова. Но только, во-первых, Господь подобные притчи не раз рассказывал, что, вы знаете, есть люди, которые за час способны больше сделать, чем другие за года. Знаете, есть так, кто работал, вы в разных структурах работаете. Есть люди, у которых трудоспособность и результативность намного лучше. Другой пашет там неделю что-то, вот у него талант-то есть, да? А другой сделал, казалось бы, быстрее, а пользы в 100 раз больше. Это раз. Во-вторых, если в тебе уже настоящая любовь, то, конечно же, ты тех, кто пришел и позже, но работать. Люди раскаялись и стали работать виноградники господина. Вот. Проповедь, какая разница, когда мы пришли? Я говорю, если вы поймете, что настоящая святость, она делает человека счастливым самого. Как у тебя может быть глупая зависть к человеку, если ты покаялся... Я говорю, вот, может быть, я уже живу тоже 7000 лет, может быть, я покаялся во времена Иисуса. Может, я апостол Павел, откуда вы знаете? А кто-то только вот сейчас, вот он жил в Папуа-Новой Гвинее, ей тоже 7000 лет, но только там Бог его перерождал. И до него только сейчас дошла благовесть, он покаялся. Слушайте, вы знаете, как он жил в Папуа-Новой Гвинее? Тоже мне некоторые говорят, что типа ты вот умоляешь жертву Иисуса Ой, я остановиться не могу, но походу у меня ролики перешли в разряд двухчасовых. Раньше час средненький был. И говорит, ты вот умоляешь, я вот отвлекаюсь, потом мы стеряем. Жертву типа... Сейчас, надо на паузу ставить, когда иду. Ну что типа к любви, ну к любви и в разных времена, в разные люди призывали. В чем тогда Иисус? Слушай, я говорю, ну покажи мне, вспомни до покаяния вокруг тебя такого человека. Вот я всем рассказывал, как я тогда, когда меня Господь исповедал незримо, когда я уже окончательно в него влюбился, в Евангелие, в его поступки, я говорю, как же ты такой, я хочу быть с таким, как ты, я хочу быть в такой бригаде, в такой братве. Нигде там мародеры и друг друга сегодня любят, завтра подставят. Нет. Я говорю, вот в такой бы бригаде быть, святых, да. Бригаде, сейчас понимаете, да, как раз как бы слово как будто плохое. Особенно русский, кто знает, фильм там был «Бригада» а-ля 90-е. Вот я с каким хочу быть бригадиром, начальником, да, нашим подвигоположником. Я понял, что я хочу быть таким. Я должен быть таким, если я хочу быть с ним. Потому что в банде головорезов у главного начальника все такие же должны. Все максимум ему подражают, все хотят стать как он. Тот, потому что режет вообще нещадно, стреляет вот так, хладнокровно. Я говорю, вот если мой бригадир такой, мой Иисус такой. Я говорю, покажите мне, я читал, когда Евангелие, я говорю, неужели такой вообще человек существует? Мне говорят, типа он таких, где? Покажи мне даже художественно. Я говорил в своих, это не раз, я говорю, люди просто не слушают меня, один ролик послушает какой-то, я всем говорю, вы не знаете меня. Покажите мне хотя бы художественный образ, а я верю, что Иисус это Бог, пришедший во плоти. Покажите мне хотя бы художественный образ, у какого человека в голове возникла мысль написать художественный образ такого человека. Я не встречал. Я же читал, говорил, тоже фильмы смотрел. И уж ладно, это я прикалываюсь, может быть, кто-то и написал, вы мне скинете какую-нибудь там. Хотя, какую я знаю мировую литературу, и что читал, фильмы какие смотрел, я ничего подобного не видел. Ну, это вот именно это сказки. А в реальности ты видел до покаяния, когда ты сам покаялся, вот смотришь на Иисуса, сам пытаешься быть, как он и заповедал. Ты вот вспоминаешь до покаяния жизнь. Были ли вокруг меня такие люди? Нет. А после покаяния? Христианина в настоящем смысле слова, да, как Иисус, встретить таких людей, это редкость, если вообще возможно. Которые противостоят культам, которые проповедуют любовь, свободу, бессмертие. Покажите мне таких, много таких. Причем, я говорю, пока ты не поймешь. И причем у всех у них же Иисус это Сын там Божий какой-то, еще кто-то. Я говорю, это Бог. Вот когда ты понимаешь, что это Бог, почему все говорят, для меня это вещи неразрывные. Бог есть любовь. Этот Бог Иисус. Человек и Бог. Вы знаете, когда у меня нету власти порой даже что-нибудь сделать ему. Вот он меня ударил, он меня ограбил, я даже дотянуться не могу. Вон там воруют эти, сидят на высоких креслах. Что ты с ними, нищий, можешь делать? Вот обычный человек, смертный, как говорят. Туда не дотянуться. Это был Бог. И он позволял с собой такое делать. Даже вот спорить. Знаете, как иногда хочется заткнуть рот вот тому, кто с тобой... Вы видели беседы, в жизни у вас такое бывает. Ну, хочется уже прям либо треснуть ему, ну, как минимум рот скотчем залепить. Да? Даже в комментариях иногда хочется что-нибудь ему сделать. Потому что, гад, сейчас бы ему... Бог пришел на землю. Вот так могут стереть всех. Позволяет такие вещи с тобой делать. Начиная, говорю, от элементарных споров против истины. А он пытается все равно их убедить. Когда ты поймешь... Чем у тебя больше будет Иисус становится Богом, и когда он тебя вообще... в планку 100% войдет, как у меня, а у меня так от начала было, вам столько откроется. Вы тогда такую суть его жертвы и величие его вот этого подвига, вообще сошествия на землю, пути и обратного восхождения через крест. Вот тогда у вас... Вы перестанете такого, как я, тыкать, что я умоляю жертву Иисуса Христа. Когда вы поймете, что это Бог оттуда сошел, все встанет на свои места. Тогда каждое его слово в Евангелии, пусть которое у вас бумажно дошло, вы будете воспринимать совершенно по-другому. Вы будете смотреть на его как властелина мира, Творца всего. и думать, неужели он такой, вот он с ними так сюсюкался, вот он так делал, вот он им ноги умыл, вот он так пытался их вразумлять долго, уже сам вздыхал: «Господи, доколе ж буду терпеть вас», и терпит. Вот когда у вас это все встанет, все, у вас весь пазл сложится. Своим опытом свидетельствую. Я изначально принял это все, почему у меня так все легко идет. И всем говорю, неважно, на каком ты сейчас слушаешь меня, кто меня слушает, на каком ты сейчас пути, ступени, может быть, ты даже вообще шел не туда. Повернись и иди ко свету. Признай Иисуса Богом, абсолютной любовью, свободой и бессмертием. Отрекись от всех лживых учений своих псевдорелигиозных сект. Забудь обо всех, не слушай никого. Даже слушая меня, конечно, делай то, что ты считаешь истиной. Просто забудь обо всех. Я говорю, даже обо мне. Ты просто слышишь голос. Ты сам пропусти, забыв обо всех авторитетах. Ты слышишь, тебе хочется это принять? Тебе это приятно? Ты чувствуешь в этом истину? Тогда поступай так же. Запомните эту цепочку. Это ступеньки. Заповеди блаженств – это ступеньки. Признать, что ты шел не туда. Покайся, нищий духом. Ты ничего. Ты дева, у которого в светильничках нету ничего. Поплачь об этом, да. Пусти слезу. Смирись. Будь кротким и смиренным. И возжажди. Алчи этой истины. Все. Все, что Бог тебе будет говорить в сердце. И это легко определимо. Это не надо голоса с небес ждать. Это все, что ты слышишь, и ты хочешь так сделать, желая только блага себе и всем вокруг. Только через эту призму. Хотя иногда, поймите, благо это не всем туфли целовать. Ты понимаешь, что ты должен говорить эту истину, даже когда тебе затыкают рот. Когда эта истина им неприятна, они затыкают уши и кричат: «Заткнись!» Ты говоришь, ты не умолкаешь. Это благ. Ты понимаешь, что ты хотел бы, чтобы до тебя, вот как я, видите, пытаюсь донести, не ослабеваю. Еще ролик, еще с другой стороны подойти. Не лениться, не отчаиваться. Знаешь, что он другие места ссылаются, хотя надоели уже. И это место, ладно, покажу, что это ложь. Покажу весь контекст. Включу кнопку, запишу, поговорю. И ты трудишься, трудишься, трудишься. Все, что ты считаешь правильным. Потому что я верю, что это несет благо. Это будет счастье, это будет на свете добро и любовь царить. Все. Все очень просто. Ну, и что посеете, то и пожнете. Ну, вот такое вот видео. Все тут в совокупе. Это отчасти продолжение прошлого ролика. Хотя я говорю, я уже все это много-много раз говорил. О бессмертии, о перевоплощениях. Перевоплощениях это здорово. Это показано. Любовь Божья, бессмертие и свобода. И очередной раз нам это являет. В нем нет ничего антиистинным, антихристианским. Это, конечно, антиправославное, антикатолическое, антипротестантское. Это не мирозрение, не учение. Это истина. Потому что они... об этой истине, она для них закрыта. Вот. Они проповедники тьмы, смерти. Все погибнут, все идут в ад. У них все только смерть. Фетиш смерти, смерти, смерти. Мощи, убийства, пожирание животных, кровавые жертвы. Вот это ихняя истина. Но это ложь. У меня на этом все. Я надеюсь, кому-то из вас что-то открылось, наконец что-то дошло, вы встанете на путь истины и будете делать. Собирать эти небесные сокровища, преображаться. Это все разные слова просто, более приземленные, более возвышенные. Преображаться из славы в славу, становиться богами, детьми Всевышнего, да. Достигать возраста Христова. Какие там еще 100 зерен в колосочке, чтобы у вас было. Вы помните этих до бесконечности, этих образов, примеров, и которые даже в Библии нет, самому можно приводить. Достигать совершенства, да, святости, благости. Все это одни и те же слова, смысл один. И все это делается через труд. Вот и все. И запомните, вы свет миру, а свет светит. Если вы не светите, то есть... Вы не свет, вы обманываетесь. По делам узнаете их, по плодам, по делам. Если вы сами лампочка, если вы сами стали солнцем, то от вас светит. Свет – это дела, опять помните, да? Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Добрые дела – это есть свет. Вы только тогда солнце, тогда Бог, когда вы делаете. Вот и все. Поймите это, и поймите это правильно, глядя на себя. Хотите узнать себя внутри уже, кто там откроется, Богу, вам, всем вокруг. Чтобы не разочароваться, посмотрите сейчас на свои дела. Вы проповедуете. Если вы рьяно проповедуете неубийство животных, значит, вы сами такие. Если вы этого не делаете, вы не такие. Вы по какому-то другому принципу это приняли, может быть, и вы отвалитесь, скорее всего. Дела говорят о том, что внутри. Если разрывает просто от этого. Вот так вот. У меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Всем желаю всего-всего самого благого.